Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова. Я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. Не позволяйте никому вмешиваться в вашу жизнь, принимать за вас важные решения. Иначе рано или поздно вы об этом пожалеете. Телец. Данное время не подходит для решения бытовых проблем. Ждите неожиданных, но приятных встреч, известий и сюрпризов. Близнецы. Не слишком суетитесь на работе. Ваши трудовые подвиги и так будут замечены и вознаграждены. Возможно, вы найдете параллельные источники дохода. Рак. Старайтесь не преувеличивать своих возможностей и трезво оценивать перспективы. Так вы избежите многих неблагоприятных моментов и в делах, и в личной жизни. Лев. Хорошее время для активных физических занятий и спорта. Тем, кто ведет пассивный образ жизни, необходимо резко ограничить себя в сахаре. Дева. Будьте экономнее во всех своих проявлениях. Не стоит транжирить деньги, время, энергию, хвататься за нереальные идеи. Весы. Старайтесь по возможности быть более собранным и спокойным. Гоните от себя все негативные мысли и оценки. Скорпион. Если вы решили начать новую жизнь, то самое время. Благоприятны все мероприятия и процедуры по восстановлению и укреплению зубов. Стрелец. Будьте готовы к любому будущему, спокойно принимая любые испытания. Ваши взгляды и поведение в отношении того, что имеет значение и ценность, подвергнутся значительному внешнему влиянию. Козерог. Наступает тяжкий период для разболтанных и не работающих над собой. Вам придется особенно много времени и энергии тратить на достижение собственных целей для обретения более влиятельного имиджа. Водолей. У вас вряд ли будет возможность поведать о своих разочарованиях и неудачах окружающим, найти у них помощь и сочувствие. Не ждите, что кто-то заметит ваше внутреннее беспокойство. Рыбы. Вы можете открыть в себе какие-то новые способности, новые способы самовыражения. Будьте внимательнее к повторяющимся событиям и к знакам судьбы.